Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Fallout 4. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Чуть не сказал 3. Не знаю, почему у меня в голове именно 3-3 часть сейчас пола. Усаживайтесь поудобнее, и это вторая серия. Так, вне серии я, в принципе, добрался от Санкчуари до Тайнес Блэф поговорить с местными жителями. Ну, давайте переговорим с ними. Кстати, тут нам можно подобрать тошку, которую мы сможем с вами посадить в нашем поселении. Кстати, эта тошка вся восстанавливается, поэтому если мы ее всю, в принципе, заберем, тут, если дождик идет, начался, то она со временем тут вырастет. Поэтому... Так, женщина, вы что на меня наставили? Эй! Что тебе надо? У нас тут без тебя без проблем хватает. Вы вроде не просили митиганов по помощи. Женщина, вы шо? Ты митиман? Ты даже не выглядишь как митиман. Мы просили одного из торговцев рассказать, что нам нужна помощь. Но не ожидал, что из этого что-то не успел дочитать. Кстати, футболочка отличная, девчонка, на тебе. Вам, кажется, нужна была помощь. Так, вам нужна была помощь или мне лучше уйти? Я здесь... Так, четверочка, наверное, самая. Чтобы не грубить, и приятно это слышать, спорить не буду. Нас уже несколько недель дезертируют банды рейдеров. Мы знаем, где их логово, но нам с такой бандой не справиться самим. Я понял. Цех сборки машин. Не волнуйтесь, мадам, я разберусь с этим рейдерами. Don't worry. Be happy. Так, ну и давайте, где это у нас находится? Оу-фу-фу-фу-фу-фу. Ничего страшного. Потихонечку-потихонечку мы до туда доберемся, ребят. Давайте. Так, сохраняемся перед путем. Так, практически добрались. Слушайте, кстати, знаете что? Я забываю эти уровень. Давайте пораскидаем наши. Сколько? У нас 4 очка есть, которому мы можем куда-нибудь запихнуть с вами, да? Угу. Последний раз, кстати, я смотрел 46-го левела, я добился. Запоминаем это в голове. Так, интеллект, харизма, удача. Десятка у нас. Уф. Надеюсь, мне будет вести. Так, что тут? Железный кулак преобразует энергию в ЦИ, в НИУ, укрепим рез, удар кулаком наносит до 20, но это без оружия, в принципе, карманник. У вас быстрее руки, ловкий пальцы, карманный крас становится на 25 быстрее. Как минимум, держать удар вы умеете, 10 сопротивления урона, это нужно. Вы владеете искусством торговли, цену торговать, вот это тоже нужно. Как, ну, по идее, все тут нужно вначале. А, задание приближения ВАЦ. Ты говоришь, да? Дюэлинт. Сокровищ в пустоши, находите больше крышек. Вот это, кстати, нужно прокачать, чтобы больше крышек находить. В ящиках можно найти еще больше крышек. Так, 9 уровень, ага. Так, подожди, а что там следующий? Угу. Способы добыть хлам, припасы, даже на поле боя находясь с патроном больше. Во, вот это, кстати, тоже нужно. Если честно. Так, еще одно очко, да, у нас есть? Или мы 5-го добились, еще 2? Где у нас, кстати, очки? Я просто не вижу. А, нет, все, у нас больше нет очков. Мы не можем распределить наше очко. Все, нормально. Нет уже? Да, все, нету. Замечательно. Распределили. Теперь будем больше находить денежек. И больше будем находить. Кстати, я постоянно сюда приходил ночью. Днем не так уж хорошо видел. А днем тут красиво, я вам скажу. С этой зеленью. С растительностью. Днем-то можно и сразу опа и забраться сюда. Была бы снайперка.
Мы бы тут пощелкали их. Угу. Тут у нас ничего нету. Да, у нас есть тут оружейный верстак, кстати, интересно. Киньте. Миниган, но это мы улучшить. Поэтому пока сейчас нечего улучшать. Так, ты давай на карты садись, чтобы нас меньше. Как бы не замечали. Так, а где мой пес? Мой пес, кстати, постоянно куда-то убегает. По своим делам собачьим. Так, я напоминаю, у нас, кстати, стоит самая высокая сложность в игре. Очень сложно там вроде. Там выживание потом следующее, но выживание неохота кушать. О, видели, он пропал. А, вон он. Выживание там есть, пить, и вот это неохота спать. Угу. Я помню, правда, кстати, на нормальном играл, на среднем. На среднем, в принципе, это как бы долго времени. В принципе, зачистка этого всего завода. А вот на сложности, наверное, максимальной, это вообще очень долго. Ну, весь ролик, походу, потратим. Я так думаю. Так, где он? Блин, он ушел, что ли? Прицел, блин, жалко, нет? Толком не можем прицелиться никуда, жалко. Слушай, а мы можем как-нибудь в черного зайти входа? Цех сборки машин. Я потому что каждый раз, кстати, заходил этот через парадный вход. Цех сборки машины, я понял. А есть ли, интересно, у нас какой-нибудь черный вход? Вот, допустим, А куда-то, интересно. Тут же не просто так это сделано. Армейскую частоту. Так. А где ты? Ёшкин кот, вот как я его увижу? Так, подожди. Нас уже заметили, нет смысла прятаться, да? Нет у вас тут потайного хода никакого? Изолента. Так, молотка, шарик. Это что, дерево, сталь? Оху-ху-ху-ху. Не со всех сторон, да? Меня просто сейчас долбит. Где ты? А ты вообще до тут достаешь? Ну, ёшкин кот. Тихо. Хорош. Так, мне надо зайти захилиться, во-первых. Так, что у нас там покушать можно? Так, это приготовить вообще, по идее, мясо сырое мы не будем, наверное, есть. Собачьи консервы. О, ядер колу. Ты чё, ведьма? Ах ты же чары. Так, стой. Чё, меня пугаете? Симулятор.
Крышки, панталоны мы не будем брать. Так, вот броньку мы возьмем, он получит чуть на одну единицу. Так, где ты? Ёшкин кот. Так, я так понимаю, ты... Угу, вижу. Патронов нет, гениально. Так, а что у нас тут? 9 патронов всего лишь. Так, вот есть. Минус? Это был минус? Да, это был точно минус. Где ты? Ой, а кто-то упал. Так, где через 20 минут прицелиться, чтобы понять, где он? Так, и где у нас чувак? Ага, вижу в окошке. Давай. Покажись. Слушай, а мне нет чего-нибудь помощнее или какой-нибудь по выстрелу? Вот, вот это получше будет, чтобы я не тратил много патронов. Чувак, ты еще сквозь текстуры стреляешь. Блин, ну до него надо подниматься, ладно, давайте я болтаю. Так, очки сварщика, что тут? Так, плюс один. Симулятор. Что это такое? Рад. Так, подожди, подожди, там кто-то упал, я увидел. Дробовик кожаный, так. Угу, ты даже получишь. Тут, кстати, каждый этот, я так понял, да? Каждая сейчас бронька будет лучше моей, потому что с самого начала. Плюс один, плюс два, уже лучше моей. Так, и кто-то упал. Я так понимаю, тут.
Так, что за лам... Ты что, лампочки с собой еще таскаешь? Мужчина, вы что? Что это такое? Лампочки, посмотрите на него. С собой таскает. Так, ну и все, надо уже пойти разобраться с этим хулиганом. Ну и все. А, вот ты где. Так, слушай, и... Один наверху, да? Ну, не так много... О, пистолет-пулемет, это шит. Шит за пистолет. Уф-уф-уф. Это круто. Уф, кстати, мне надо захилиться, я так думаю. Том еще зачпокает. И нам потом это все приготовить еще. Шашлык из ягуаны, шашлык из белки. Так, что у нас тут? Крышки. Что-то он там что-то взорвал. Ты чё? Эй, ты чё? Он какой-то жесткий, да, смотрите? У нее и по броне, во-первых. И пистолет-пулемет. Хм. Кожаный мячик. Так, я хочу на самом верх подняться. Там помню, что-то было. То ли снайпа, не снайпа. Там что-то, помню, было оружие какое-то вроде бы. На самом верхушке находится. Я его, наверное, сразу заберу. А потом уже зайдем на... А, кстати, тут чувак тоже есть. Подожди, подожди. Я солдат твоей любви. Так, что терминал? Что он тебе дает? Тут управление прожекторами. Не, ладно, пускай подключено будет. Может, я ночью сюда как-нибудь зайду? Тут как раз темно будет. Господи, ты меня испугал, мой пес. Ёшкин кот, давай мы до тебя поднимемся, наверное. Так, подожди, подожди. Нет. Вот как мне в тебя стрелять? Да-да-да, ну, нажимай, что ж ты. Мне, кстати, надо этот запихнуть куда-нибудь. Не, антирадин, где это? Не вижу. Симулятор куда-нибудь запихнуть? 13 у нас, блин. Так, ну, допустим, на цифру 7. Сделаю ее. Блин, как неудобно с тобой перестреливать, чувак.
Ты бы знал. Так, рыцарь, который еще броня. Чувагас. Пробежал тут. Так, что это за вместительность? Что у тебя там плюсик стоит? Как энергии. Но нас это не интересует. А, тут пупс был даже. Бинго. И пупс дает зачем идти ко дну вместе с кораблем? Если можно попытаться залатать пробоину. Ядерные блоки работают на дольше. Так, карабины. 45. Слушай, у нас есть 40, за 45 патрошки? Сейчас дайте глянуть. 45 есть, кстати. Не будем, не нужно тогда нам брать. А, подожди, а тут с прицелом? Это мы возьмем. Угу. Кстати, смотрите, какая красота. Почти всю карту отсюда видно, да? Так, стойте. Сохранюсь. А, я смотрю, то что-то у меня тут этот FPS просаживается, а у меня тут из-за модуля, что который дальность убирает, он у меня сажает FPS. Ах ты. Если все понял тут. Так, ну и давай теперь на завод зайдем мы. Ёшкинку, тут лабиринт. Кстати, я сюда сколько раз ночью приходил. Блин, тут ночью вообще запутаться очень сильно можно. Я когда, кстати, помню, первый раз проходил, тут вообще горе для меня было. Я такой, что, куда идти? Так, через парадный мы не будем, я сейчас сказал, да? Мы, наверное, через... Зайдем сразу в верхний вход. И оттуда уже всех зачпокаем. Такой необычный у нас будет заход. Кстати, да, покажу, где это находится. Если что. Цех сборки машин Курвега. Вот. Тут рядом еще Лексингтон. Как? Лексингтон. Господи ты мой. Что за названия такие? А, мы отсюда не зайдем, потому что тут цепочка. Other side's chained up. Угу. Chained up. Цепочка там. Блин, это плохо. Так, подожди, а что он мне сверху показывает? Ну, давай тогда отсюда войдем. А, вот здесь ход есть. Так, садимся. Сохраняемся. Замечательно. Так, а где народ? Ты чё меня пугаешь? Тихо. Блин, они в таком виде стоят, что они через пол сейчас начнут простреливать, я так думаю, да? Слушай, а у нас же там с прицелом мы же взяли с вами. Так, где у нас с прицелом? О.
А я-то ни при чем, Я кушаю манцу, играясь с мячом. Блин, я не пойму, где-то он подо мной, вот. А, вот он, вижу. Playing games with me, huh? Неудобно с вами переселку вести, блин. Где? Откуда стреляет меня? Чё, где? Я его даже не вижу. Отсюда летит где-то. Где-то? Вот где? Ах ты... Да. Get a grip on yourself. Hey, who's there? Shook up over nothing. I swear I must be going crazy. Неудобно, просто видите, не вижу их. Я бы их всех перечпокал. Да постой ты. Труба то, труба мешает то. Давай. К стенке. Кстати, скрытая атака действует нормально. Это очень долго будет. Я вот так скрытая атака будет у их. Где же вы еще? Ну, вот тут она меня запалит, да? Слушай, я как-то помню, можно было... Слушай, хотя спрыгнуть сюда, может быть? Я хотел перехитрить, блин. Что там происходит? Что происходит? Артхаус какой-то. Быстрее, заходи. Да ёшкин кот, ну ты кадр. Что-то какой-то в этот выпик я попал. Кусочек белки. Так, шровные яйца. А ну чуть-чуть. Не хочу просто стимулятором много этот использовать, просто он потом как наркоман становится. Ну.
Потом зависимость просто растет у меня. Так, а где мой пес? Мой пес своей жизни живет тут. Дробовик. Я даже не знаю, где мой пес. Больно? Терпи, чувак, мне тоже больно. Так, 6 караманы. А тут его нельзя отключить, что ли? Проводка, медь, сталь мы возьмем. Кстати, была бы где-нибудь кроватка, и я бы смог бы переночевать бы тут где-нибудь и восстановить себе хпшку. Так, что там за плюсик у нас стоит? Ну нечего у нас есть. На все, видите, надо было пожарить, блин, мясо к этот. Так смысла нет его вообще. Кстати, как мало устанавливает этот стимулятор. Так. Хоть какие-то ящики будем взламывать, которые доступны нам. Nice. Так, изоленток. Разве на ключ мы не будем брать? А где он? Они всегда, блин, прячутся за колоннами. Ты что, у меня еще? Так, пес, ты мне будешь помогать? В атаку, пес. В атаку. Так, штурмовой, рейдерская броня. Тут, кстати, мы можем вроде вот так переспать. Их пышку себе повысить. Так, слушай, они сюда уже пришли. Так, у вас тут ничего больше нет и есть.
fucking coward hides. Так, тут металл, сталь, я так понял, да? Крышки мы заберем. Крышки нам нужны самому. Шатян кукла. Yes. Так, забираем, компенсируем. Сталь мы не будем брать. Блин, из-за этого что светит, это нормально, сейчас тут не видно. На это подниматься мы не будем. Тут, по идее, все, больше ничего нет. Сигарет, шестеренки, кстати, нужно подбирать. Они нам еще пригодятся. Так, тут все, да? Так, радиоактивный. Сохраняемся. Упс. Sweet. Там мы забираем. Sweet. Sweet — это мило, кстати, по-английски. Кьют еще, милый еще, если что, знаете. Так, слушай, где у нас... На какую букву у нас навыки открывать? Сейчас потыкаю я. Есть у нас какая-нибудь клавиша, которая бы сразу в навыки... переход... Каждый раз я не заходил. Так, Watts, Q, скрытность, статистика, переход, предметы, инфа, перед заданием. Ну, J тогда получается, да? Нет, J это K. K. Надо попробовать. Mm-mm. Я насчет замков хотел посмотреть, где. В кармане у вас быстрее, нет, не то. Лазутчик. Где вообще взлом? Так, карманы, это все карманом, это все кражем, да? Карманные кражи. Экипировку. Вот он, взлом, благодаря ловко пальцем, средние замки. Ага, восприятие 4. А у нас сколько восприятия? 3, кстати, сюда нужно, значит, вложить одно очко. Я понял. Сейчас, если мы прокачаемся, мы обязательно вложим очко восприятия.
Так что это оптическое волокно, да? Медь, сталь. Так, тут что у нас? Вот это мы возьмем. Дробовик у нас есть. Текстиль. Так, это есть. Кстати, мы отсюда еще могли бы залезть. Вот. Правда, я не помню. Ну, дай пройти. Куда именно этот ведет у нас путь. Здравствуйте. Да, кадр ты. Слушай, а давай я с тобой подерусь на... У меня же тоже ломик есть, я тебя сейчас накостыляю. А ломик на какой у меня, кстати? У меня ломик на какую цифру? Ты чё, деть? Ай, а ты как делаешь? А, теперь я понял. Давай. Кстати, полностью избежать мы сможем. Интересно. Так, ты взорвался или что там? Нет. Краешек прям вижу. Слушай, а он мне попадает по нему, а я по нему вообще дамаг проходит? Ну тут, кстати, гули еще полезут. Так, давай, пес. Блин, 2 года прошло, я до сих пор помню. Что тут гули? Вылазит. Так, тут что они? Литку мы возьмем. Ха! Кстати, есть мод, который все текст шрифты переводит на Fallout. Я что-то не стал его ставить. Но есть такой. Кстати, красиво, можно было и поставить его. Так, слушай, от того... А, вот эту не залутал я. That sorry butter safe. Then sorry. Что у нас тут еще интересного? Тут ничего нету.
Плюшки забираем. А, ну вот это как раз парадный ход. Тут, кстати, ловушка где-то, я помню, должна быть. Где-то ловушка. Блин, вот же она передо мной. Вот же она была передо мной. Кстати, не увидел я. Так, песель, подожди. Ну и все, да, стоит отсюда сматываться. Так, мы это посмотрели. Здесь тоже у нас ничего нету интересного. Надо подниматься выше. Там либо по лифту, либо пешком. По лестнице можно. Пожалуйста, так не делайте. Не открывайте сами двери. Так. Так, слушай, ну мы можем вроде вот этого натравить. А где компьютер, интересно, у тебя? А, ну вот же он. Так, я сохранился уже, да? Так, давайте быстренько взламывать хакерские способности. Тут, по идее, мышкой можно вам глазами пробежать. Можно на клаве быстренько, можно на мышке. Главное, ребят, напомню, искать скобки одинаковые. Ну, чтобы закрытые и открытые были. Тогда у нас вот как эти, вот допустим, видите? Вот. В одной строчке сразу две скобки были. Вот круглые скобки две, одна закрытая, другая открытая. Так, ну и давай смотреть, что у нас туда и сегодня. Так, слушай, все. То вонц. Надо, короче, на окончание смотреть. НД. НС, ТЕ, ЕС, НС. Кстати, НС две штуки уже есть, смотрите. Давайте попробуем тогда. Ноль. НС, кстати, нет, значит, мы НС, вот это уже не работает. Все. Так, а что у нас еще? Today. XC. Блин, тут смотрите какие ND. Не, ну тут бред тогда. Ну что ж, бред. Вот такие, кстати, бредовые и бывают.
Это, кстати, учтите, что самая легкая была. Тут вот, допустим, я вообще скобок одну увидел. Вторую. Третья скобка. Четвертая. Пятая было бы шикарно. Ну ладно, смотрим. Бруте. Ед. Ал. Эксе. Блин, тоже много, много, блин. ТС. С. Перелил С. СК. Ал. Брут, армат. Но на окончании С много, да? Ноль сходства, значит даже не С. Кстати, это отлетает, это отлетает, это отлетает, это отлетает. Это тоже отлетает. Трал есть, кстати. Подожди, трал. Трал, кстати, есть, но L тут нет. Значит, там другая буква R, значит. Может быть, T. Или R, блин, вот это. Либо это. Трал, вот Армат, вот смотрите, угадал. Да. Активируйте единицу, во-первых, делаем мы. И... охрана порядка. И он, по идее, сейчас должен... защищаться. Ну, как бы устранять бандитов, по идее, должен сейчас. Блин, а он что не обращает внимания? Ты что не обращаешь? Тебя сзади стреляют. Он осагрился на собаку. Прикиньте. Как такое башбуж-то? Зачем ты осагрился на собаку? Стойте, подожди. Может, вообще не надо было мне этот атаковать его? Слушай, а если не атаковать? Тут можно. О, да что ж ты, давай, садись. Так, и прожектора тоже деактивируем, чтобы они нам сейчас постоянно не пищали. Так, критический удар без оружия холодным оружием наносит на 5%. Ну, такое себе. Ключ от сейфа. Кукуруза. Ого.
Так, они с кем сражаются, кстати? Уйти маленький ты мой, такой же пусть. Чувак, ты что, ты на кого нападаешь? Ты же должен, по идее, защищать меня. Вот так. Нифиг было нападать. Сколочная. Он, кстати, непонятно, почему он меня атакует. Он, по идее, же на моей стороне должен быть. Почему он тут, кстати, сагрился на меня? Так, это мы забираем. Крючки забираем. Так, тут больше ничего. Костюм бродяги. Так, что у нас? Сейчас 12 дня. Давайте мы... 13 даже, да? Час. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. До 6 часов поспим утра. Так, все, поспали до 6 часов утра. И знаете, что у меня пришло в голову? Мы же с вами взяли ключ от сейфа. Не от того ли сейфа, который находится, ну, который там был закрыт. Ну, не сейф, там какой-то хранилище оружия. Может, мы от него взяли? Как думаете, может, вернуться сюда и проверить? Слушай, а мы выполнили задание? А, ну все, выполнили, да, надо вернуться. Как раз мы сейчас вернем. Давайте я сейчас сгоняю быстренько туда. От этого. No way I could pick this. Нет, слишком сложен. Жалко, блин, а тут смотрите сколько, эх, всего, ребята. Ладно, как-нибудь сюда вернемся, когда у нас прокачка будет уже крутая. Подожди, мы же на лифт переехали. И можем, в принципе, выходить отсюда. Мы, кстати, тут всех перебили, перемочили, чпокали. Поэтому можно небезопасно выходить. Уже уровень 6. Замечательно, он где тут на цепочке было закрыто. Так, слушайте, подождите-ка. Тут больше ничего не было у нас. Бейсбольная бита. Так. Ага, все. Ну давайте тогда тпшимся. Кстати, было 6 часов утра, блин, я сюда переместился уже. Так, я даже для себя самого, дайте напомню, какое место зачищено. Цех сборки машин Корвега зачищено. Ну и чтобы ролик назвал цех сборки машин, и там напишем, зачищено. Поэтому чтобы...
Блин, он что сюда, целый день добирался? Кстати, вот смотрите, и Тошка подоспела у них. Ну. Им все покончено, кстати, прикольный под больше. Он Гро-г-г-мак. Единственное, что надо помогать друг другу, но мы согласны, если что случится, мы можем рассчитывать. И еще раз спасибо и удачи тебе. А что, не поцелуешь, не обнимешь меня? Так, я понял, теперь нам нужно вернуться. К Санктуари Хиллс. Замечательно, и тут опять ночь. Давайте я, наверное, переночую. Что ты нашел? Шо-шо, показывай. What? И? И? Шо? Шо, я не понимаю, куда ты смотришь? В кухне он что-то, получается, нашел. Мать, ну я не знаю, что тут нашел. Так, сколько у нас сейчас? У нас 2 часа ночи. Это будет 3, 4, 5, 6, 7, 8. До 8 часов поспим. Чтобы они все уже бодрячком. И как раз мы выполним тут с вами задание. По... Так, ресурсы, пища, гарбузы, да? Кстати, он что-то неровно тут ложится на землю или ровно? Так, сколько у нас уже еда? Назначено. Кто у нас не бездельничает? Назначено. Слушай, а мы его пока не можем, что ли, назначить, да? Не, надо поговорить с ним. Need something? You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. Это прекрасная новость, я знал, что эта задача по плечу. Кстати, возьми сигнальный пистолет, его мощно сможешь вызвать бесполезный пистолет. Где я бы вас не вызвал, там постоянно пишет, ой, тут нет рядом интиванов, тебе никто не сможет помочь. Ну это и не рассказал бы, что бы с ним случилось. Хорошо, первый шаг выполнен. Блин, так, и последний минтьван не может быть, как такой башбушта. Но мы были последним действующим отрядом. Что произошло в Квинксе? Не может быть. Я думал об этом уже все сотрудники знают. Ну ты ёх. А и мне же 200, не забудь, 210 лет, ты что, чувак? Так. Главное не сдаваться, друг мой. Я не собираюсь сдаваться, ты что? Мне очень приятно слышать от тебя, Гарви. Спасибо, так что соглашайся. Ладно, по рукам, давай, дай пятюню. Ух ты ж. Славно, Престон Грави теперь может стать вашим. Не волнуйся, я буду помогать, генерал. Ничего себе повышение, до чего технологии дошли. А это не технологии, это я сам дошел. Последний угрожает рейдерам, но это еще пару раз поможет, да? Так, пойдем, чувак. Я тебе назначу сейчас на... Так. Санктуари, кстати, вот это непонятно. Обеспечь 80% жителей. Я что, не обеспечил? Can we trade a few things? Он, видите, со мной не хочет говорить все-таки. Кошмарный чувак. Кто? У нас все работают. Кто-то у нас халявит, значит.
Кто-то у нас халявит. Вот они, кстати, иногда ходят. Где-то там, где-то тут. И иногда не хотят. Они походу сюда заходят и говорят: эх, когда-то я тут жил. Слушай, ну или давай еще посадим, попробуем. Бритвы ласк? Что это такое? Это пшеница типа того. Так, куда я вот это посадил только что? Пища 5. Чё-то пища нифига не растет у нас. Так, ну слушай, а если это? Станция сбора мусора. Кормушка для барменов, колокол, сирена. Ох, хотя пища 6 есть, смотрите, 6 возросла. Так, может, сейчас поговорить стоит? Может, сейчас стоит? Вот это дерево, блин, надо снести, что ли? Стерджис. О, кстати, сейчас да, смотрите, сейчас можно переговорить с ним. И забор надо снести, я так понял, отсюда, да? Что мешает нашим. Так, будет рейдеру причина на нас нападать. Нужно вызывать оборону, можешь тогда еще расслабиться. Хорошо, хорошо. И я этим займусь, чувак. Замечательно. Тогда я весь хлам тогда только перенесу сюда. Ну и давайте. Оборона. Так, его бы на крышу поставить, но это потом как-нибудь я займусь. Пока поставлю куда-нибудь сюда. 100% выполнено. О, замечательно. Sturgis. Thanks for doing that. We'll all sleep better at night knowing we have some defenses set up. It's been a long road. But yeah, I think this is it. Home. Feels good. Так, люблю помогать людям. Well, I appreciate it. Of course, you know you're welcome anytime. Разумеется, в доме желаний есть гости для тебя. Дверь всегда открыта. Как открыта, если это мой городок? Так, Sanctuary Hills. Опа, кстати, смотрите. Мы с вами еще. Кстати, два уровня даже апнули, я что-то не заметил. Так, восприятие, во-первых. Так, и взломщик. Вот так вот сделаем. Угу. Замечательно. Мы сразу давайте приготовим этот. Мясо болотника. Мясо ратарака. Все, вспомнил, для чего нам жареные всякие мясо. Я же говорю, для чего-то они нам нужны. Собачатина, смотрите, жареные можно. А потом мы это можем с вами это кушать, и у нас хпшка будет, в принципе, пополняться. Так, все. Огневая поддержка, добраться до наноситель. Так, новый концерт. Ну, это с этим. Это, в принципе, не обязательно.
Так, да куда это? Ну, это мы завтра доберемся до станции. В принципе, поможем, спросим, что там да как. Анна, пока. На сегодня мы заканчиваем. Ребята, ритуальчик узнайте, лайк, подписки и комментарии. Видосик не болеть, не чихать. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующих сериях на канале. Лайков. Ну и всем пока.